Стекло разбили, ставили сейчас фанеру, ремонтируем. Вот выбил конкретно товарищ, который был с тем человеком. Ногой была сломана нижняя перегородка, перемычка пластиковая. Этот погром в клинической гериатрической больнице устроила компания пьяных людей, которых привезли сюда 12 февраля. Трое мужчин, один из которых инвалид, отказавшийся от медицинской помощи. С ним был огромного роста еще дебошир, бывший боксер, который угрожал, толкал, матерился, унижал наших санитарок, медицинских сестер. В связи с чем была вызвана группа быстрого реагирования. Пожалуйста, это можно проверить, везде есть записи, которые их и вывели за пределы нашей больницы, за пределы приемного отделения. Сотрудники больницы рассказывают, что, оказавшись на улице, компания решила устроить перекур прямо у входа. Двое уселись на лестнице под крыльцом, а вот инвалид решил полежать, что очевидцы сфотографировали. Через 5 минут мнимые больные требовали медсестер вызвать им такси и уехали. А вот фото стали причиной прокурорской проверки. Устанавливаем, каким образом гражданин оказался в лечебном учреждении, какая помощь ему оказана, какие меры были приняты персоналом, какие, соответственно, действия последовали в дальнейшем по его, так скажем, определению либо в лечебное учреждение, либо определению в иное учреждение, куда ему необходимо было обратиться. Точку в этом деле ставить пока рано. Сейчас прокуратура ищет свидетелей и выясняет все обстоятельства. Андрей Горгуленко, Константин Главин. События.